Работать в детской поликлинике Маргарита Басамак мечтала со школьной скамьи. Сегодня она сотрудник 4-й городской больницы, медсестра с 20-летним стажем. В день принимает от 50 до 100 человек. Главным профессиональным секретом делится охотно. В первую очередь это уважение к пациенту и умение его поддержать. Во-первых, при проведении иммунизации это прежде всего необходимо установить контакт с пациентом. Потому что надо убедить пациента в необходимости этой прививки, и, ну, как бы, чтобы человек доверительно относился и был убежден в пользе этой прививки. А вот Ольга Челпых с будущей специальностью определилась не сразу. Выбирала между карьерой учителя и медика. Остановилась на втором варианте. Уверяет, в работе медсестры одинаково важны как практика, так и теория. Готовясь к конкурсу, особое внимание уделяла последнему аспекту. Теория очень важна для медсестры тем, чтобы не навредить пациенту. Если врач, он может ошибиться. При большом количестве пациентов врач может ошибиться. Но медсестра должна не допустить врачебной ошибки и должна не навредить пациенту при этом, не сделать чего-то лишнего. И если врач чего-то не назначил, обратить внимание врача. Для конкурсантов подготовили 8 билетов, по 9 вопросов в каждом. Теоретическая часть – вопросы о том, какие разновидности вакцин существуют и в каких условиях их надо хранить. Практика – оказание неотложной помощи, введение лечебного препарата внутривенно или под кожу. Вакцинация является одним из основополагающих критериев того, чтобы человек не заразился, чтобы в человеческом организме вырабатывался иммунитет к той или иной инфекции. От современной медицинской сестры требуется не только умение выполнять медицинские манипуляции, она должна обладать знаниями и психологии, и техники, потому что современное медоборудование требует углубленных знаний медицинских сестер. Поэтому мы ждем, чтобы к нам пришло новое пополнение с медицинских колледжей. Сегодня в городе 8 бюджетных учреждений здравоохранения. В них работает свыше 5000 медицинских сестер. Лучшим вакцинатором Севастополя стала медсестра 4-й горбольницы Маргарита Басамак. Анастасия Синица, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя.